Уважаемые партнеры, для начала представлюсь, меня зовут Александр Блинов, я автор и основатель проекта «Статус 7.0». В данном видеоролике мы с вами поговорим о конкретных, честных, прозрачных условиях сотрудничества с нашим проектом. Условия следующие. Все ваши транзакции в нашем проекте, в нашем статус 7.0 боте, это добровольные, безвозмездные подарки согласно нашему маркетингу. Проще говоря, никто, ни я как автор и основатель, ни админы не гарантируют вам каких-либо доходов просто так. Это вам не вклады, это вам не инвестиции. Соответственно, тот, кто у нас работает, кто популяризирует и приглашает, тот, кто дарит больше подарков, тот и делает правильные шаги. Теперь поговорим о том, какую ответственность несу я непосредственно как автор и основатель и мои админы. Мы отвечаем, и наша основная задача, чтобы наш бот работал непрерывно, бесперебойно, без каких-либо лагов и ошибок. За что мы не несем ответственность? Мы не несем ответственность за какие-либо форс-мажорные обстоятельства. Например, взлом нашего программного обеспечения, какие-то хакерские атаки, поломки технического плана. За эти моменты мы не несем ответственности, так как они относятся к форс-мажорным обстоятельствам. Сейчас мы поговорим про проект. Проект «Статус 7.0» делится на три этапа развития. Первый этап развития, за которым вы сейчас наблюдаете, это популяризация нашего сообщества, где задача каждого из нас – приглашать максимальное количество наших будущих партнеров. Этап номер два. Здесь наша основная задача – открыть более 10 тысяч предприятий по всей территории России, тем самым создав более 1 миллиона рабочих мест. Этап номер три – это мы выбираем лучшие предприятия с экономической точки зрения и, соответственно, масштабируем их до нескольких десятков, сотен, может быть, даже тысяч предприятий. Все предприятия, которые мы откроем на базе нашего проекта, будут абсолютно с белой бухгалтерией, будут правильные, честные налоговые отчисления, тем самым мы обеспечим людей достойной заработной платой и достойной пенсии. Также мы понимаем то, что государство должно наполняться все большим и большим количеством налогов для создания различных социальных инфраструктур. Я бы хотел бы видеть, чтобы в каждом городе, в каждом населенном пункте у нас были красивые фонтаны, красивые парки, скамейки, зоны отдыха и какие-то социальные объекты. Также всем нашим будущим и действующим партнерам я настоятельно рекомендую все денежные средства, которые вы получаете в виде добровольных безвозмездных подарков, декларировать в форме 3 НДФЛ и подавать в свою налоговую инспекцию. Наш проект мы позиционируем как долгосрочный, максимально вечный, насколько это возможно. Почему? Потому что с каждым новым партнером, с каждым новым открывшимся предприятием мы будем все сильнее и увереннее в этом мире. В нашем проекте невозможно потерять деньги. В нашем проекте возможно только подарить, согласно маркетингу. Поэтому мы ждем вас в своей команде. Таким образом, наш проект и наша идеология преследуют только благие, самые искренние намерения. Наша задача – сделать мир добрее, сделать людей счастливее. И наш основной слоган – «Время созидать».